У. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Классно, что вы пришли. Тем более, сегодня тут два классных концерта. Первый из них внизу на первом этаже. И второй громкий концерт на втором этаже. Если вам будет очень громко, спускайтесь вниз, там скрипки, там красота. А у нас новость, у нас Сережа Гер сегодня нас покинул. Он в городе Санкт-Петербург, он зарабатывает себе на ипотеку. Вот, и поэтому с нами сегодня играет великий и ужасный Кирилл Афонин. Давайте его поддержим. Кирилл Афонин. Он просто очень... Вы не понимаете, до какой степени он страшный и ужасный, что он занят каждый день, и ноты, и песни он услышал только сегодня. Вот. А мы сегодня первый раз увидели, как выглядят наши песни в нотах. Это было очень удивительно для нас. Да, вот собственно, там одна большая длинная нота, вот так вот выглядит наше произведение. В общем, нам нужна ваша сегодня поддержка, как никогда. Более того, у нас сегодня программный концерт, так как мы пожалели Кирилла и не дали ему учить все 2,5 часа музыки, которые мы знаем, мы решили ограничиться 10 произведениями из нашего репертуара. И поэтому в определенном порядке, так как разложены ноты, мы их сегодня... Мы их сегодня вам предоставим. А вообще, я надеюсь, что мы все получим удовольствие. Да? А можно что-то с этим светом сделать? Я вообще никого не вижу. У меня такое ощущение, как будто я в этом аквариуме такой. Вам клево там? Да? Ну ладно. Все плю тогда. We'll be right back.
Кирилл Афонин. Кирилл Афонин! Я считаю, это 1-0 в нашу пользу. Общий счет 10. Следите. Да. Сейчас мы сыграем композицию. Вообще, когда вот, я что-то сочиняю, я всегда... вот Лёва Трофимов, он говорит, блин, ты все время вот три пальца вот так играешь. И что-то, какой-то глубокий смысл в это закладываешь. А когда мелодия, я всегда пою. И у меня есть страсть такая. Я очень люблю гимнические мелодии, вот, прям. Чтобы можно было выйти на Красную площадь и спеть ее гордо вот в таком вот состоянии. Вот, и вот следующая композиция, она как раз практически вот такая. И я решил так ее и назвать гимн. Thank you.
Нет. Друзья мои, Петр Ившин. Петр Ившин. Теперь ничто не страшно вообще, мы теперь будем петь. Друзья мои, ну и сейчас мы для вас сыграем композицию, которую почему-то мы последние концерты не играли, хотя она нам даже самим нравится. Композиция, которая называется «Колоссус».
А у нас, да, у нас новая тема, у нас постоянно убегает бочка. На последнем концерте мы вообще ее держали по очереди. Да, да, да. Ну, начни. Не, пока рано, рано, я скажу, это будет отдельное действие.
Друзья мои, дальше у нас происходит... Дальше хуже, да. Дальше мы играем композицию, на которой обычно мы всегда побеждаем. Если какие-то вещи, в чем-то мы не уверены, особенно в новых композициях, мы же ничего от вас не скрываем, мы вот сочинили с утра и сразу же играем. И потом, знаете, как долго переживаем, допустим, что-то не удалось, что-то не получилось. Вам-то все равно, у вас, для вас просто... Мы же во всем в этом думаем, там, вот в этой части там что-то образ не удался, а тут что-то другое не удался. А тут вот у нас есть композиция, которая 100% победная. Знаете почему? Потому что там соло барабанов. Да. Вы не поверите, до какой степени вот это работает просто на подкорке. Соло барабанов, да еще к тому же в исполнении молодого человека в режимайке. И обратите внимание, что всегда, как оно всегда заканчивается? Оно всегда заканчивается победой. Вот, допустим, Петя ищет в течение соло, ищет, и вы видите, что время уже все, пора побеждать. И дальше происходит вот это вот. Мы обычно ржем в этот момент на сцене, потому что это всем нравится, и это всегда работает. Вот посмотрим, удастся ли это нам обойтись без этого сегодня. Так что все внимание туда. А вообще композиция Incoming Message. Thank you.
П'ятий Рибшин. П'ятий Рибшин. Кирилл Афонин. Антон Хабибулин. И для того, чтобы не доводить вас прямо до шокового состояния, мы для вас сейчас сыграем спокойную композицию. Сейчас перестаньте это делать. Про спокойную композицию, которая называется «Невысказанная». Ситуация, у нас бочка сломана. Класс. Мы тут все время рассказываем в этом месте историю о том, что давайте знакомитесь друг с другом. Ну что, кто-нибудь познакомился вообще? Кого-то мы счастливили, классно. Ну да, кто не знает, мы тут просто всегда говорим о том, что не держите ничего в себе, что если вы видите кого-то привлекательного, мальчика, девочку, подходите обязательно, здоровайтесь, знакомьтесь, вот, создавайте новые ячейки общества, а мы будем за вас радоваться. Вот. А еще у меня классный эффект на микрофоне вот на этом. Такой овердрайв, я себя чувствую просто человеком с хоком из 50-х годов, который поет вот так, любовные баллады. Надо что-то с этим сделать. Нет. Thank you.
Ну что, как у вас там дела? Нормально? Мы никого не потеряли? Нет? Ну классно, все остались, классно. Ну, для того, чтобы стало совсем хорошо, вам надо спеть. И надо сделать это хорошо. И поможет нам в этом наша Мариана Савон, которая приехала из Биберева ради одной песни. Мариана Савон! Спасибо, Коля. Теперь все знают, что живут в Биберево. Там очень хороший район, кстати. Отлично. Спасибо большое, что пришли. У меня сегодня будет самое длинное выступление в моей жизни. Целая песня на бэк-вокале у этого замечательного певца. Как вы сейчас это поймете. И мы будем петь песню исполнять, название которой состоит из согласно. В переводе на английский сначала язык, она называется «Nothing gonna stop you from dancing». С английского на русский «Ничто не остановит вас от танца». Я надеюсь, что это действительно будет так. Да? Да! Поддержите Николая! Ну, сейчас будет...
Марьяна Салон! Мы с ней обычно гораздо больше поем, но сегодня у нас Кирилл Афонин и программная программа. Как вам Кирилл Афонин? Не будем играть. Мы не будем это играть. Зачем? Мы сейчас играем композицию Borderland Song. О, пошли заказы. Класс! А вы много денег вложили в гитару? При входе? Нет? Ладно, всему свое время, друзья. Я же говорю, у нас программа сегодня. У нас как бы все выстроено так, чтобы ноты не перепутались. We'll be right back.
Ну что, друзья, вот и подходит к концу сегодняшний вечер. Кирилл Афонин! Кирилл Афонин! Петр Рыжин! Петр Рыжин! И Кирилл Афонин! Антон Кабибулин! Антон Кабибулин! Марианна Савон! Марианна Савон! Николай Лукьянов! Нам звук сегодня крутил, делал Коля. Николай Лукьянов! Меня зовут Коль Моисеенко. Мы с вами обязательно еще увидимся. А сейчас... Давай, Антош. И мы на этом закончим.
До новых встреч! Приходите к нам еще! А теперь дискотека! Все, друзья мои! Кирилл Афонин! Пётр Рыбшин! Антон Капитулин! Марьяна Салон! Николай Лукьянов! Николай Моисеенко! Все вместе мы, First Power! До новых встреч!